сердца, больного и опьяненного счастья. А сейчас я уезжаю. И увожу в глубине души образ небесного сознания, обязанного вам жизнью. Мы здесь ожидаем за тем, хотим. Вдруг он неожиданно улучшил через знакомый друг приветный человек. Видя в этом заувалированное приглашение вернуться, Пушкин... Вопрос, который первую отыскивали глаза мои, с которой встреча показалась мне блаженством. Боже мой, она почти моя. Ожидание решительного ответа было самым болел потом и хотел заплакать, но не мог. Глаза матери... Да, Иван, а тут еще эпидемия холеры и карантин задержали Пушкина на целых 3 месяца в Лондоне. Наконец, 18 февраля 1831 года, концерт Вознесения, что он не успевал, Пушкина и Натали были одни. Простом углу ларек, среди ледовых одной картины я желала бы лично зрить, одну, чтобы не остался так. Дива, ну и вот. Образ женщины, красивый и ужасный, противоречивый, но прекрасный. Как различны женские наши. Говорят, она спасет наш мир. И наш мир охотно верит в это. Разбивает сердце всех мужчин. Красота, что 8 марта. Потом немного поучились, потом послушали прекрасный ансамбль. Сегодня мы собрались здесь, чтобы помочь вам. Итак, на часть. Идеальную пару сегодняшних штук призы. Итак, Татьяна. Мальчик любит захватывающие приключения. Может бросаться в омут с головой и неожиданный сюрприз. И Анастасия любит риск. Обожает Короче, она оптимистка и очень хорошая девушка. Пожалуйста, вставайте, та, кто, которая отвечает. Очень плохо слышно. Дружба. Что вы предпочитаете купить?
тоже духи там. Мне не разделились. Так, третья ситуация для девушки. Как вы поступите, если ваш молодой человек пришел к вам в неизвестном виде, но с огромным ответом роста? Я думаю, что приму ему разрозы там будет. Это молодой человек в неизвестном виде. Я хочу, чтобы вы помнили, что камера пишет все. Все слова пишет камера. Ситуация для юных. Она подарила вам одеколон, который вы просто терпеть не можете. И как только вы его увидели, у вас испортилось настроение. Ваши действия. Андрей. Я сделал вид, что у меня настроение испортилось. Если она вас спросит об этом, испортилось ли у вас настроение? А пользоваться им будете? Саша, Скорик. Татьяна, есть вопрос. Пожалуйста, не слышно совершенно ничего. А участники, пожалуйста, погромче. Абсолютно ничего не слышно. Здесь вот в Берлине уже ничего не слышно. А я ведь пишу, они попросят у меня кассету. Любой из вас захочет посмотреть. Не слышно, ребята, тише. Громче отвечайте, ребят. Буду успокаивать, если вы будете волноваться. И постарайтесь позвать публику. Бы шанс. Он бы не упустил бы шансу. То, что наедине остались, не упустили. Так, девушки, у кого еще есть вопросы? Ваши девушки. Какой у вас цвет любимый? Черный. Громче. Черный цвет. Мрачный. Консервативное мнение. Все? А у вас есть вопросы к девушке? Вы готовы сделать свой выбор? Thank you.
Они хорошо играют. Молодцы. Юля, пожалуйста, дай. Марина выбрала. Андрея. Андрей под номером один, который в середине. Андрей. Он тоже выбрал Марину. Героический поступок. Все, кто...